Что вообще в Сангете происходит? Какая движуха? 5 клубов выехало сюда. 2 стрип-клуба, огромное количество из Киева, Питера, Ростова, Харькова, Днепропетровска, Одессы. Ну, естественно, Москва – это 60% всех отдыхающих. Вечером открытие сезона в Ауре. А завтра клаб-шоу by Black Star Inc. Тимати, DJ Mac, PK, Джиган, все на месте. Все уже сборим, много. Приводим себя в форму. Я возвращаюсь обратно в жесткий кач. Летний сезон пришел. У меня было очень много студийной работы, перелетов, отсутствия графика. Я потерял 6 килограмм. Теперь мне 6 килограмм надо набрать. Вот потому что вы увидите еще плюс 6. И я буду в форме. Эй, Мака, пойдем, а? Пойдем, Мака. Ночная съемка Сангейта. Чики стоят. Идем на движуху, сейчас на ужин. Вот он пошел. Движ Сангейт. Мы на месте, готовимся на ужин. Мы в нашей столовой. Ты хочешь понять, что такое пионерский лагерь Сангейт? Должен прийти в столовую и поужинать. Там можно встретить человека по имени Альжа. Альжа. Управляющий столовой. А у вас билет есть? У меня часы дорогие. Кто-то, никто не догадался. Вот такой вот у нас улетный транспорт. Глазый Анатолий. Ну что, с вами Лев Валерьянович, у вас старый дружок. А это из молодой гвардии, я знаю. Знаю это. Молодежь пошла хорошая. Прощай. Со всех базаров поезда. Прощай. Уходит в дальние края. Прощай. Мы едем в Ауру с тобой. И мы с тобой туда придем. It's party time. The night will be mine.